На ремонт или на иголки? Таким вопросом задаются все, кто увидел, что легендарный теплоход Федор Абрамов все же выставлен на продажу. Согласно информации в объявлении в сети интернет, цена вопроса 13 миллионов рублей с пометкой «Состояние БУ». И на кадрах видно, что это действительно так. А ведь когда-то, в начале 90-х, Федор Абрамов открывал навигацию на Северной Двине, курсируя от Архангельска до Котласа. Но двухпалубнику было отведено всего 4 сезона. Официально движение прекратилось из-за обмеления реки. На Лиминском затоне Котласа теплоход простоял 13 лет, затем его продали московским бизнесменам. После круизов по Волге в 2014 году судно больше не эксплуатировалось. В сентябре 2020-го судебные приставы арестовали теплоход Федор Абрамов в счет погашения долга за заслуги стоянки в Ярославском речном порту. И вот уже новый собственник начал продажу. К слову, объявление в сети интернет посмотрело почти 25 тысяч человек.